Всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. Скоро школа, нужно морально к этому готовиться. И сегодня с Олесей мы вам покажем, что мы купили из одежды и обуви. Поэтому всем приятного просмотра. Ездили мы, кстати, по разным магазинам, по торговым центрам. И в итоге мы поехали на мой любимый старый вокзал. И там все на рынке купили, нашли то, что нравится, то, что хочется. Очень круто все получилось, как, ну, прям... Мне очень понравились наши покупки. Вот, сюда пока все сложила. Это мы вчера с Олесей ездили за покупками. Ездили в Детский мир, мне там совсем ничего не понравилось. И то там очень как-то дорого. Есть скидки, конечно, там, но все равно. Мы потом поехали на мой любимый вокзал. И там всего накупили. Очень классные покупки. К школе это все. Сейчас будет примерка. Тут спортивный костюм, 4 блузки, такая вот красивая водолазочка. Вот эта обалденная рубашка. Прям она мне очень понравилась, она такая очень качественная. Олеся очень захотела с котейками. Такая плотненькая, хорошенькая. Прям мне понравилась очень. А, еще я купила себе рубашку. Затем тут юбочка. Ну, конечно, так ничего не понятно. Надо все мерить. Так что... А, еще Олеся захотела футболку оверсайз. Футболка 5XL. Ну, да. Вот такая вот жилеточка. И тут обалденные брюки. Просто шикарно они сидят. Конечно, так ничего не понятно. Нужно все отглаживать, по идее, и мерить. Красоты набрали. Всего тут где-то вышло на 15 тысяч рублей. И еще вот такую вот купили бижутерию. Это такая прикольная цепочка под рубашечку. Олеся выбирала. Очень классно блестит, переливается она. Вот такая вот типа брошка и на свитер такая штучка. Вот. Красиво все это смотрится в деле, так, конечно. Вот такой красивый образ получился. На камере, наверное, не так даже видно. Вот так цепочка красиво выглядит. А рубашечка супер. Мне очень нравится. Такие классные брюки. Олеся очень не хочет примерять одежду, поэтому она такая сегодня грустная. Немножко прям медленно покрутись. И спину выпрями. Спину выпрями. Вот так и ходить надо, да. И вот такая вот жилеточка. Мне очень нравится. Прям классно смотрится так. К тому же Олеся очень любит штаны в школу надевать. Будет классно. Все. Можно переодеваться. А то у нас жара 35 градусов. Вот такая юбочка. Олесе очень понравился ремешок. Надо его, наверное, вот так вот еще повернуть. Так, я сейчас поправлю. Вот, руки вверх, ну, в стороны сделай, вот так вот. Красота такая, мне нравится, вообще супер. И вот такие вот туфельки. Вот такая рубашечка классная, прям вообще супер. Рукава здесь 3/4, нужно их подгибать. Либо отрезать можно вообще. Можно. Ну, клево, мне нравится, тоже классно. Туфли одень. Ну, можно, кстати, ее тут и застегнуть будет. Это такие брошки. Можно прикрепить, отстегнуть на любую кофточку. Тебе нравится? Да. Ну что, аксессуар очень, кстати, классно дополняет образ. Очень красиво смотрится. Вообще, мне очень нравится. Вот такая вот водолазочка беленькая. Здесь такая красивая прям будто кружево с такими классными
переливающимся. Они прям блестят, эти стразы. Ну, вообще очень классно, классно, классно. Можно, кстати, вот, ну, или, ну, вообще так тоже, в принципе, хорошо, да? Угу. Вообще просто супер. И вот штанишки. Олеся такие очень хотела. Они такие черные, обычные спортивные штаны. Одень стопом их, Олесь. Почему? Стопом одень и завяжи, нормально встань. Тут еще такая беленькая майка. Специально на бретельках искали. Трусики. Новенькие. Но они же красивые. Почему про них тоже не сказать? Далее вот такой вот сарафанчик. Здесь на пуговке, здесь такая юбочка. Зато очень быстро надел и пошел. Как ты любишь, да? Да. Ну, конечно, сарафан очень классно смотрится именно с рубашкой, с блузкой. Школьница, давай, готова к 1 сентября. Такой вот спортивный костюм. Мне понравилось качество, здесь прикольное такое, прям супер. Что-то будешь застегиваться? Угу. Здорово смотрится. Покрутись маленько. Ну ты красотка. Просто красота неописуемая. Вот так можно стопом даже. Прикольно. Спортивный костюм унисекс. И для мальчиков подойдет, и для девочек классно. Ну, что ты делаешь? Вот такую вот футболку Олеся выбрала. О-о! Все, бешенство пошло. Барби? Да, Барби точно. Давай сделаем красивую, пожалуйста, прическу. Олесь. Я люблю Дирол. Олесь, а тебе не кажется, что она большовата тебе? Нет. Да? И уже чуть-чуть осталось, и начнется школа, школа, школа. Вы готовы к школе, родители? Глобальное расхламление. Глобальное просто. А маска это главное вообще самое. Разбираем тут сегодня, расхламляемся. Еще тут заколочки. Бабуля подарила, кстати, вот эти прикольные. Тут они на проволоке, что ли, такие. Можно ушки делать, как хочешь. И всякие разные заколочки. Надо сейчас все это разбирать и готовиться к школе. Мы плотно занимаемся этим, готовимся к школе. Бабуля напекла нам пирожков, булочек с сосисками. Очень вкусные. Ням-ням. Вот мой хороший помощник работает. Тут сейчас полы будут чистые. Красота. Вода, наверное, там закончилась, надо налить. Чистенькие выглаженные рубашки. Что называется, к школе все готово. Приехали с Олесей на новой площадке. Стройка, новый микрорайон. Такие вот домики красивые здесь. Стройка ведется вокруг. И очень классные детские площадки здесь. Олеся очень любит, ей очень нравятся вот такие новые площадки. Прикольные, кстати, да, необычные. У нас, кстати, их очень мало в Саратове. Это не как в Москве. В каждом дворе такие. Такие они необычные довольно-таки. Для Саратова так точно. Такие вот качельки тут есть. Вот такие Олеся очень любит качельки.
что такое? Вот это да! Вот это прям крутая вообще! Прям как знает! О! Вот так взял! О. Ты как управляешь, да, на экскаваторе? Да, да! Так взял! А это что такое, Олесь? Вот это? Нет. Вот это что за штука такая? Тут типа вот этот песок опускаешь, потом набираешь и куда-то высыпаешь. И... Вот это я не советую вообще. Что, она неудобная? Надо шатать. А здесь стоит, да, кататься? Да. Давай тут попробуем. Стоит? Нет, Макс. А что? Оно там больно, смотри, дай. Кипяток, наверное. Сегодня жара у нас такая. Смотри, мам. Смотри. Вот это вообще, смотри, батуты. Вот такие батуты мне прям нравятся. Да, я тоже попробую сейчас. Давай. Давай я тебя сниму. Сейчас, да, прикольно. Надо мне еще убрать. Это прям край, край. Там поля. Там дальше юбилейный. И здесь настроили такие домики. Здесь прям вообще это очень классный район такой. Классные подъезды, такие панорамные окна, такая вот площадочка. Стой, мама, тут батон круче. Он необычный, видишь? Угу. Смотри. Там нельзя прыгать, она сломана. Что, тут сломалось уже? Новые садики, очень красота такая, да? Там такие классные площадки, тоже горки всякие разные. Вообще супер сделали. Вот Олеська ходит. Купили футболку. Почему у нас во дворе нет такой площадки? 5XL. Говорит, я хочу такую футболку, большой оверсайз. Ей понравилось это, говорит, все. И ходит теперь вот такая вот. Как сейчас модно. А эта футболка мне как раз. Все-таки такие качают лучше, чем такие крупные. На них неудобно.